Познаем вместе. Ученые провели исследование и выяснили, что на самом деле сахар не улучшает настроение, а наоборот ухудшает его. Более того, этот продукт делает людей невнимательными и более уставшими. Ученые собрали данные из 31 опубликованной научной работы с участием 1300 взрослых. Все эти материалы были направлены на изучение влияния продукта на различные аспекты настроения, в том числе гнев, бдительность и усталость. Оказывается, потребление сахара почти не оказывает никакого влияния на настроение. Причем неважно, сколько было потребления сахара во всем мире, поскольку рост ожирения, диабета и метаболического синдрома заставляют пропагандировать здоровый образ жизни, опираясь .tv. Оставайтесь с нами. Вместе интересно.